Всем привет! Меня зовут Настя, и вы на канале Chess and Fun. И вчера я поучаствовала в Кубке Черной Пешки, который проходил в Минске. В прошлом году я участвовала в точно таком же турнире и в точно таком же месте. Но я там сыграла не очень хорошо, и я ничего не заняла. А в этом году я участвовала в Рапиде, Блице и Шведках. Мне нравится этот турнир, потому что он проходит в красивом месте. Но одновременно мне сложновато из-за того, что он нужно играть в один день. И Блиц, и Рапид, и кто хочет, можно еще играть в Шведки, но это все в один день. В Рапиде у нас принимало 82 участника, а я заняла первое место среди девочек и пятое место в общем зачете. Мне было сложно. Я набрала в итоге 7 очков из 9. Я проиграла 2 партии и выиграла 7. Мне в итоге дали вот такой вот кубок и еще мне дали подушку. В Блице уже участвовало намного меньше участников. И я заняла второе место среди девочек. В Блице я наиграла не очень хорошо, не так хорошо, как я сыграла в Рапиде. Но я все равно заняла второе место среди девочек. И мне дали вот такой вот кубок уже с медалькой за второе место. И мне дали вот такую вот игру «Шаман». Она очень интересная. А мне понравилось. Я уже в нее играла, и мне она понравилась. Шаман. Еще я принимала участие в Шведках. Моя команда заняла 10 место из 19 команд. У нас в итоге 3 очка из 7 возможных. Но, к сожалению, нам не дали очко за бай. И в итоге не считали это как за игру, поэтому можно сказать, что у нас 3 очка из 6. В этом году еще ввели систему галстуков, и я на них зарегистрировалась. Я уже набрала 65 очков, и мне нужно набрать еще 35 очков, и я заработала первый галстук, белый. Последний галстук будет черным, и он будет с золотая вышивка имени Лузавилии. Но его очень сложно получить, потому что заработать для этого 10 тысяч баллов! Всем пока! Зима!